встрече китайцы обмениваются рукопожатиями, но могут просто кивнуть или поклониться. Кланяются они от плеч, а не от пояса, как японцы. Старшим по возрасту отдается инициатива в приветствии. В Китае приняты поклоны даже между деловыми партнерами. Если же вам протянули руку для пожатия, не трясите ее и не сжимайте. Кстати, рукопожатие должно быть единственным прикосновением к китайцу. В беседе следует использовать лишь фамилию и официальную должность китайца, если он не попросит называть его по имени. Это произойдет только после длительного знакомства, когда вы с ним подружитесь. В Китае принято говорить тихо, спокойно. Ведите сдержанную беседу. Здесь, прежде всего, ценится скромность, как в одежде, так и в общении. Галстук одевают лишь на официальных приемах. Китайцы очень гостеприимны и хлебосольны. Если вас пригласили на обед или ужин, приступайте к еде только после того, как это сделает самый главный гость или хозяин. При этом после окончания трапезы первым из-за стола встает гость. Если вы едите палочками, ни в коем случае не перекрещивайте их. Китайцы расценивают это как дурной знак и неуважение. Во время еды гостю следует отвечать на вопросы хозяев. Причем большая их часть может оказаться весьма личного характера. Так китайцы пытаются подружиться. Во время официального ужина садитесь только туда, куда вам укажут. Китайцы всегда рассаживают всех согласно должности. При этом иностранцев стараются чередовать со своими. Место лицом к выходу самое почетное. Когда вынесут все блюда, глава стола позаботится о вас и положит вам всего понемногу. Ни от чего не отказывайтесь и попробуйте хотя бы по чуть-чуть. Вручать презенты китайцам следует лишь перед отъездом. Причем выбор подарка должен быть очень серьезным. Это могут быть сувениры, книги с фотографиями, отечественный шоколад. В Китае почти нигде нет шоколада. Вручать подарок, как и принимать, следует двумя руками, со всем вниманием к содержимому. В ответ вам также вручат, скорее всего, китайский чай или предмет искусства. Но если вам ничего не подарили, это плохой знак.